Шалом Хаварим. Мы можем сказать: с праздником вас. С праздником исхода из Египта. Праздник, который мы каждым годом удивляемся, впечатляемся, а особенно говорим в следующем году в Иерусалиме. Так мы говорили в прошлом году, надеясь, что мы, выйдя из коронавируса, сможем сделать удивительное путешествие к родным, близким, сказать им: вам прекрасного Песоха. И все-таки год прошел, и мы надеемся, что этот локдаун или же ограничения, страхи, они уйдут, и мы победим и выйдем из этого египетского поражения. Почему поражение? Потому что многие люди боятся. Боятся выйти на улицы, сказать людям праздничные слова. И я хочу вам напомнить, что Всевышний сказал в книге «Исход» через Моше. Он написал, Моше написал в 17 стихе 12 главы «Исхода». «Наблюдайте опресноки, и во всей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. Поэтому не бойтесь, идите, собирайтесь в домах с друзьями, празднуйте исход, потому что Бог вывел нас в этот день из Египта. Пускай придет радость в ваши дома, радость в победе, радость свободы, радость того, что Всевышний, Он с вами. Пускай Бог благословит вас и в следующем году в Иерусалиме».